готовым все бойцам. Компьютера вот так кулаки разбиты в кровь. В моем сердце нету злости, там живет любовь. Поприветствуем бойцов аплодисментами. Мужская энергия Волчагос. В синем углу боец из Узбекистана. Весовой категории 61 килограмм, ему 19 лет, роста 75 сантиметров. Мастер спорта по кикбоксингу. Чемпион Узбекистана по кикбоксингу. Тренер Дильмирот. Встречаем. Рахматжанов Кудратилла. И в красном углу боец команды Кыргызстан, родом из Баткена. Весовая категория 61 килограмм, рост 107 сантиметров. Ему 23 года. Мастер спорта по боям без правил. Многократный чемпион Москвы по боям без правил. Профессиональный рекорд. Одна победа, одно поражение и ноль ничьи. Бойцовский клуб Джашкуч. Тренер Бабакулов Даниар, боевой псевдоним Орел. Абытов Эмиль Бей. На середину. На награждение приглашается Исламбеков Белек, организатор турнира. Если молодая сила посетила чистый путь, так горю огнем, братан, пока факел не поду. Ассалам алейкум. Итак, об этом бою. В первом раунде за 1 минуту 15 секунд техническим нокаутом победу одержал Абытов Эмиль Бей!